пристойность, эпиграф. Исторический переворот. Неприлично не сексуальное, а сентиментальное. Ролан Барт. Ты больше не хочешь читать мои стихи? Твоя душа устала быть живой, чувствительной и реагирующей. Ты устал испытывать нервную дрожь перед тем, как прочитать? Ведь там черный ящик, никогда неизвестно, кто выскочит откуда. Или кто сидит там. Сунешь руку, а вдруг? Ты знаешь, я сама часто не знаю, что там. И кто выпрыгнет в следующий момент? Быть живым и без кожи – это опасное путешествие. Какие-то потусторонние индейцы сняли сначала скальп, а потом и всю кожу с меня. Хорошо, что не убили. Кожа потихоньку нарастает, новая и свежая, как майская трава. А красная мышца качает и качает. У всех на виду, как это непристойно. Вот если бы я хотела лишь секса. Непристойность...